Всем здравствуйте! Хочу предоставить вашему вниманию вот такие тапочки. В этом видео я вяжу их для мужчины, размер 42-43, но они легко свяжутся и на другой размер. Вяжу я такой пряжей, нитью в два сложения, спицами номер 3-25. Сначала вяжется задник, затем по его сторонам набираются петли и вяжутся одновременно боковые стороны и подошва. Затем убавляются петли для мыска и вяжется вверх тапочка. Модель легкая в исполнении, и я уверена, что вы с ней справитесь. Начинается работа с вязания задника, вот в этом месте. Набираем петли и двигаемся вверх. Для начала набираем 18 петель. Набрали 18 петель, вяжем лицевой ряд. Лицевой ряд вяжем лицевыми петлями. В первом ряду первую петлю провяжем, в следующих рядах будем кромочную просто снимать. Провязали лицевой ряд, разворачиваем вязание, вяжем ряд изнаночный. В изнаночных рядах будем вязать изнаночные петли. Кромочную снимаем и вяжем изнаночные петли. Продолжаем вязать 18 петель. Лицевые ряды провязываем лицевыми петлями, изнаночные ряды провязываем изнаночными петлями. Всего таких рядов должно быть 16. Провязали 16 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Маркером отметили середину. С каждой стороны от маркера по 9 петель. 17 ряд. Вяжем петли до маркера, не довязывая 2 петли. До маркера 2 петли, провязываем их вместе изнаночной петлей. 2 вместе изнаночной петлей. Подтягиваем эту петлю, переносим маркер. 2 петли после маркера провязываем вместе изнаночной петлей. Подтягиваем петлю, довязываем ряд до конца. Я когда вяжу лицевую гладь, в лицевом ряду последнюю петлю провязываю лицевой петлей за переднюю стеночку. Вы вяжите как привыкли. 18 ряд, 16 изнаночных петель. 2 центральные петли, где делали убавление, тоже провязываем изнаночными.
Когда я вяжу лицевую гладь в изнаночном ряду, я последнюю петлю провязываю изнаночной петлей за заднюю стеночку. И у меня получается вот такая косичка с двух сторон. Повторяю, вяжите как привыкли. Я вяжу так. В 19 ряду снова в центре делаем убавление. Две петли до маркера провязываем вместе изнаночной петлей. Две вместе изнаночной петлей. Подтягиваем эту петельку, маркер переносим и две петли после маркера изнаночной петлей вместе. Подтягиваем петлю и вяжем ряд до конца. В следующем ряду все петли вяжем изнаночными. Для того, чтобы вот эти петли, которые убавляли, провязать изнаночной, у меня получается за заднюю стеночку. И снова за заднюю стеночку. Но третий раз повторю, это если вы вяжете петли так же, как и я. Продолжаем так вязать в лицевых рядах, делая убавление с двух сторон от маркера. В изнаночных рядах, провязывая петли изнаночными, вяжем так до тех пор, пока здесь останется 10 петель. Закончили убавление. На спице 10 петель. Теперь эти петли надо закрыть. 2 петли вместе провязываем лицевой петлей и получившуюся петлю возвращаем на спицу. Снова 2 петли. Провязываем вместе лицевой петлей и получившуюся петлю возвращаем на спицу. И так закрываем все петли. Одна петля осталась на спице. Теперь надо набрать петли по трем сторонам задника. Набирать петли будем, вводя спицу в кромочную петлю. Вот так, за обе стеночки. Если вам неудобно делать это спицей, возьмите крючок. Итак, вводим спицу в кромочную петлю. Подхватываем нить, придерживаем, вытягиваем ее, и у нас петля на спице. И таким образом набираем петли по одной из сторон. По этой стороне набрали 13 петель. С изнаночной стороны получается вот такая аккуратная косичка. Протягиваем спицу и набираем петли по нижней стороне. Вот как у нас шел наборный ряд, вот сюда вводим спицу между петлями. Вот так.
По нижней стороне я набрала 16 петель. И по второй боковой стороне надо набрать еще 13, так же, как и здесь. Протягиваем спицу и продолжаем набирать петли. И осталось еще одну петлю набрать. Вот так. Сейчас на спицах 42 петли. 13, 13 и 16. Вот так это выглядит с изнаночной стороны. Теперь будем вязать лицевыми петлями туда-обратно. Одновременно это будут вязаться две боковые стороны и подошва. Очень удобно примерять на ножку, натягивать, чтобы определиться с размером. Обязательно учитывайте, что это вязание тянется. Поэтому удобно примерять. Надели на пяточку, подтянули и посмотрели. Вязать прямыми рядами будем до ногтя мизинца. Так как сначала будет немножко неудобно вязать прямыми рядами, вытянем петлю. Вытянули петлю и вяжем. Первую снимаем. И в лицевом, и в изнаночном ряду вяжем лицевые петли. Довязали до середины подошвы, перетянем спицы. Вы можете это связать на трех спицах, если умеете. Провязали ряд, разворачиваемся. И снова вяжем лицевые петли. Первую снимаем и вяжем лицевые. Довязали до места середины подошвы. Снова перетянем спицы. Довязываем ряд до конца. Продолжаем вязать 42 петли рядами туда и обратно. Каждый вяжет нужное количество рядов для своего размера. Со следующего ряда уже удобно вязание перенести на одну спицу, чтобы не крутить эту петлю туда-обратно. Пока петли расположены тесно, но уже возможно вязать. Через пару рядов будет совсем уже хорошо и удобно. Прямую часть я вязать закончила. Связала я 28 волн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Теперь намечаем маркеры. 9 петель, 9, 24. В изнаночных рядах также продолжаем вязать лицевые петли, а в лицевых рядах при провязывании ряда с двух сторон от маркера будем делать убавление. 2 петли с этой стороны. 2 петли вместе с этой стороны. Точно так же здесь. 2 петли вместе, 2 петли вместе. Таким образом, после провязывания лицевого ряда у нас будет становиться на 4 петли меньше. Вяжем.
до маркера 2 петли, провязываем их вместе лицевой петлей. Подтягиваем петлю, переносим маркер, провязываем 2 петли вместе лицевой петлей. Подтягиваем петлю, вяжем до следующего маркера. Приближаемся к маркеру. До маркера 2 петли провязываем их вместе лицевой петлей. Подтягиваем петлю, переносим маркер и 2 петли после маркера провязываем лицевой петлей. Подтягиваем петлю, довязываем ряд до конца. В данном случае я последнюю петлю провязываю лицевой петлей за заднюю стеночку. После провязывания этого ряда на спице 38 петель. Разворачиваем вязание и изнаночный ряд вяжем 38 лицевых петель. Убавление делать закончили. Осталось на спице 14 петель, 10, 2 и 2. Теперь приступаем к вязанию верхней части тапочка. Вывязывая верхнюю часть, мы соединяем боковые. Вяжем 12 петель. Тринадцатую и четвертую петлю провязываем вместе лицевой петлей. Снимаем первую петлю, следующую за ней провязываем лицевой, протягиваем ее через снятую. Сейчас получилось 13 петель, нам надо, чтобы было 14. Четырнадцатую петлю вытягиваем из кромочной. Вводим спицу в кромочную петлю за обе стеночки. Вытягиваем петлю, разворачиваем вязание, изнаночный ряд, в изнаночном ряду вяжем изнаночные петли. Последние 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей по изнаночной стороне работы. 2 вместе изнаночной петлей. Сейчас у нас 13 петель на спице, надо, чтобы было 14. И из кромочной петли вытянем одну петлю. Когда вы работаете по изнаночной стороне работы, вводите спицу на себя. С лицевой стороны на изнаночную, на себя. Поддеваете нить, вытягиваете ее. И 14 петля на спице. Разворачиваем вязание. Продолжаем. Вяжем 12 петель, оставшиеся 2 петли провязываем вместе лицевой петлей, первую снимаем, вторую провязываем лицевой и протягиваем ее через снятую. Сейчас 13 петель на спице, 14 вытягиваем из кромочной. Будьте внимательны, чтобы два раза не вытягивать петлю из одной и той же кромочной петли. Здесь мы уже вытягивали петлю, теперь отсюда. Вводим спицу в кромочную петлю за обе стеночки, подхватываем нить, вытягиваем ее. У нас 14 петель на спице. Разворачиваем вязание и вяжем изнаночный ряд. Провязали 12 петель, 2 петли на изнаночной стороне работы провязываем изнаночной петлей вместе. Здесь у меня нить закончилась, я подвязала, поэтому такие концы торчат. 2 вместе изнаночной петлей. На спице 13 петель, 14 вытягиваем из кромочной. Смотрим внимательно. Отсюда мы уже вытягивали петлю. Теперь из этой петли. С лицевой стороны на изнаночную вводим спицу, поддеваем нить, вытягиваем ее. И у нас 14 петель на спице. Итак, продолжаем вязать. Вы можете связать меньше рядов,
чем у меня, если хотите, чтобы ножка была более открытой. Если есть возможность примерять, тогда примеряйте на ножку. Чем модель удобна, и длину тапочка очень удобно примерять, потому что пяточка у нас сразу готова. Вы надеваете, натягиваете, обязательно натягивайте, каждый раз это напоминаю. И уже когда вяжете верхнюю часть, тоже очень удобно. Ножка уже вся в тапочке, и вы видите, сколько надо вам связать верхней части. Верхнюю часть я вязать закончила. У меня связалось 48 рядов. Осталось петли закрыть. Петли закроем по рисунку. У нас здесь лицевые петли, закроем их лицевыми. 2 петли вместе провязываем лицевой петлей. Получившуюся петлю возвращаем на левую спицу. И снова провязываем 2 вместе лицевой петлей. Возвращаем петлю на спицу и так закрываем все петли. Обрезаем нить. Осталось спрятать все кончики, и наша работа закончена. Вот так по верху получается везде аккуратная косичка. Все плавненько и аккуратно. Вот так внутри, концы все прячем, на изнаночной стороне задник так выглядит. Слушай! Сейчас увидишь, видео включилось, может, пусть походит. Иди к Виталику. Где Виталик? Дай ему мячик. Дай мячик. Что нет? Иди к Виталику. Тогда не мешай работать.